продал. Что-то ловлю на нормально, кухне, нормально, нормально, там, что, нормально. Все идет у басы, все идет нормально. Вот, если нет, как, нет, нет, как, нет, как, играть, давай, нет, давай, не давай, давай. Не гармонист, а все. Когда ты играл в детстве? Давай. Вот мы... сейчас находимся мы четвертый или пятый раз в гостях Анатолия Степановича Королева. Вот отличного человека, отличного хранителя идей, ленинских идей и прочих делов. Житель, местный житель, остался один здесь, предан этому делу капитально, с головы до ног. Хранит, блядь, эти дома, места, посещения, блядь, проживания, рождения дедушки Николая Ленина, Николая Васильевича Ульянова. Родишься в 1759 году. Ленин приезжал сюда, скрывался от врагов, блядь, от полицейских, от жандармерии и прочей системы. Во времена революции. Так что вот такие дела. И до сих пор он привержен к этому делу. Деньги сейчас, зарплату не платят, зажимают. Потому что кто это видит, это дела, нужно маленько товарища не оставлять без внимания. Правильно, Александр? Кто за самое ответственен за это дело? Про карточку скажи. Карточку забрал кто-то, и карточку ему не дал. Какую? Зарплату. А, сказать? Конечно. Вот кто-то, Анатолий Степанович, кто-то определенную зарплату платили, а сейчас... У него как-то исчезла, каким-то образом карточку кому-то передал ответственному лицу, и карточка где-то гуляет, плавает в облаках. Вот. Вот, и нужно это вопрос решить. Это вопрос решить надо, возвратить, чтобы дело было. Человек, блядь, день и ночь не спит, чуть не живет в этих домах. Они, блядь, плохо относятся к работнику. А единственный человек, который действительно привержен к этому делу, правильно? Вот и до мозга, до мозга костей. Вот, блядь, надо сказать, да, это все? Интернет падет. Ну, а что? Ну, а что? Не, пускай вот увидит, послушает, повлияет, может. Ну, а что же, кто ответственен к этому делу? По плате этого Анатолия Степановича Королева за его работу, охрану этого музейного комплекса. Ленин был выдающийся мужик, до сих пор он пока еще находится на умах, в умах людей живет. Создал буржуазию, закрыл, против капитализма был, но капитализм пошел все равно вверх, блядь. Село было громадное. Федор Докучаев, корист, почвовец мировой, как говорится. Мировой культуры. Да. Мировой революции, да. Во всем мире такой земли не нашел, такой благороднейшей земли, как местечки Андросово. В своих работах он писал. Ну, крутани это, покажи опять. Лес покажи.